Привет, ребята! Сегодня на обзоре такая интересная приманка от компании Duo. Это Duo Realize Flatside 54SR. Это крэнк, но необычный крэнк. Мы привыкли видеть крэнки, в нашем понимании, такие толстенькие, пузатые, округлые приманки. Этот же крэнк совершенно иной. Широкотелая приманка, но при этом очень узенькие, что заложено в названии Flatside. За счет этого приманка имеет оригинальную, интересную живую игру с яркой роллинговой составляющей. Особенно активно она проявляется при быстрой проводке, на которой крэнк заглубляется на максимальную свою глубину до полуметра, благодаря такой небольшой лопасти, расположенной под небольшим углом горизонтальной оси приманки. Приманка оригинальной формы. Имеется несколько камер, в которых находятся различные шарики, создающие высокочастотный звук на проводке. Особенно интересная игра именно на высокой скорости. Воблер активно заваливается на левый, то на правый бок. То есть присутствует яркая роллинговая составляющая. Более даже активная, чем у классических толстых воблеров, крэнков. Воблер применяется прежде всего по мелководью, заросшим водной растительностью, с небольшими прогалами, куда мы закидываем этот небольшой крэнк длиной 54 миллиметра и весом точным, сейчас я вам скажу, ребята, точный вес 5,93 грамма, чуть менее 6 грамм. Благодаря такой тонкой конструкции отлично летит приманка, отлично проводится. Неупористый. На ультралайтовых спиннингах. Вот я использую, у меня спиннинг до 8 грамм. Отлично анимирует данный крэнк. Хочется отметить очень отличное и качественное покрытие приманки. Исполнение очень высокое, на уровне. Выразительные глаза в стиле Duo, с таким хищным взглядом и зрачком. Крепкая толстая лопата, довольно прочно закрепленная в тело воблера, вклеенная. Острые и прочные крючочки. Вообще приманки разрабатываются профессиональным японским спортсменом Масахиро Адачи, и все очень интересные, оригинальные, со своей фишкой, идеей, заложенных в них. Насколько вы известно, это и реалист Джекбейт Миноу, но тем не менее интересные вот такие еще приманочки выпускает компания Duo.
Еще один интересный факт. Заводы до сих пор находятся только в Японии. Это классический мелководный щучий окуневый крэнк с очень живой и интересной игрой. При этом цена за приманку просто символическая. Чуть менее 500 рублей, если быть точным, 445 рублей. Отличная цена за столь качественно исполненную приманку. Выпускается в 18 расцветках, естественно, натуральные, с голографическими блестками. Большой представлен выбор. И также кислотники, которые отлично работают по мутной воде, при плохой освещенности. Также интересная особенность этого крэнка за счет такой широкой лопатки с мордочкой приманки получается такая плоскости две, за счет чего приманка на поверхности, проводя ее рывками, булькает как поппер, издает брызги. Одновременно осуществляем быструю подмотку. Воблер заглубляется до 0,4-0,5 метра, полуметра. Также отлично твичится, разворачиваясь боками, как классические воблеры типа Minnow. Просто очень интересный, оригинальный воблер. Обзор подготовлен по заказу F-магазин.